Турецкие звезды один за другим покидают телевидение и переходят работать на цифровые платформы. В следующем году нас ожидает очень интересный дуэт Талгиз Арайташа и Ингина Акюрека в новом фильме цифровой платформы Netflix. Ингина Акюрек, который только что завершил работу в успешном сериале «Дочь посла», пока не собирается возвращаться на телевизионные экраны. Как стало известно, актер будет работать над фильмом, предназначенным для показа на цифровой платформе Netflix. Фильм, который называется «Добрый путь», снимает компания «Ланнистер Медиа», известная по предыдущему успешному проекту «Чудо в седьмой камере» с Арасом Булутом и Иным Ли в главной роли. Кстати, та же компания снимает и фильм «Тактика любви», главные роли в котором исполняют Димет Эздемир и Шукру Узилдыз. Режиссер картины Мехмет Ана Астыкин, работавший над сериалами «Кузей Гюней», «Бодрумская сказка», «Ферхат и Ширин», а также над фильмами «Чудо в седьмой камере» и «Люби меня сильно». Разумеется, поклонников прежде всего интересовало, кто станет партнершей Ингина Акюрека в этом проекте. Однако, как показал опыт предыдущих хитов на платформе Netflix, «Чудо в седьмой камере» и «Бумажные жизни», зрителям нравятся не только стандартные истории о любви. Наличие партнерши совершенно не обязательно для успеха. Похоже, создатели фильма решили удивить нас мужским тандемом. Партнером Ингина Акюрека в фильме «Добрый путь» будет его друг и коллега Талгиз Арайташ. Сюжет пока неизвестен, однако предполагается, что это будет адаптация одноименной книги Хакана Эвренселя, рассказывающей об армейской дружбе между капитаном турецкой армии Салехом и призывником Керимом, которую они пронесли сквозь года. Кстати, Хакан Эвренсель также является автором сценария популярного военного фильма «Анатолийские орлы». Съемки фильма начнутся в середине июля. На платформе картина выйдет в следующем году. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.